Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1373. События дня. Псалом 33:20. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. За 19 сентября 2019 года. И вот обращение о помощи. Курсором остановите движение.
Вот так, что делали? Володя попросила Елену Анатольевну Барабаш попласти, что-то у ней неладно, говорит, аллергия на что-то или непонятно. До обеда попасти, а получилось весь день. А я до обеда набрал яблок в карманы везде, думаю, дорогой угощу Володю, поехал. Первый, второй мостик. На первом мостике так, ну, на расстоянии, 3 метра всего расстояние брать, 6 гильз от ружья, это они хлопали уток. Проехал на ту сторону дамба, второй мостик, потом поехал на Рыжковский, там все так же осмотрел, они стреляли, летят и в лед бьют, а все несправедливости по отношению к уткам. Но утром большая молитва, молимся всех правителей о священстве. Переписка большая была с Вячеславом Семеновым. После обеда опять поехал к Володе, нашел его, где заворачивал коров, там заснял меня. Вот так. Игорь убирает пшеницу. Все по воле Божией. Ну и все, наверное.